На Кубани прививку от коронавируса сделали уже более 1,5 миллиона человек. Многие сейчас проходят ревакцинацию. В Славянском районе одним из первых от инфекции привился глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко. Неделю назад он сделал повторную прививку. Почему решил ревакцинироваться и как себя чувствует после второй прививки, Владимир Ильич поделился с нашей съемочной группой. В числе первых, вместе с, будем говорить, наверное, самыми сознательными жителями станицы Петровской, руководителями, такими как Иван Алексеевич Сирота, значит, ряд предпринимателей, в первых рядах мы сделали прививку, первую и вторую. Вторую сделали в феврале месяце этого года. Соответственно, почему пошел делать? Потому что, по большому счету, в первую очередь обезопасил себя, потому что нахожусь в гуще общения каждодневно. Значит, ну и когда начали умирать знакомые и близкие, конечно же, для того, чтобы быть уверенным в себе, значит, хотя не болел, не подозревал, что могу заболеть, но для уверенности для себя, для того, чтобы соответствовать своим примерам и, будем говорить, для обезопасивания, значит, своей семьи, сделал прививку. Считаю, что вакцина действенная, потому что вот полгода прошло, чувствую себя замечательно. На сегодняшний день, значит, администрация, кроме двоих, которых противопоказания врачебные, полностью сделала, вакцинировалась. Дом культуры, культура наша, тоже порядка 70% вакцинирована. Значит, полгода прошло, соответственно, получили консультации. И в прошлый четверг, соответственно, пришло постановление главного санитарного врача Краснодарского края о том, что можно тем, кто вышел в срок, ревакцинироваться. Поэтому и мне задавали вопросы жители, когда можно, соответственно, делать повторную прививку. И в пятницу полвторого дня, соответственно, сейчас тема такая, раньше была ампула на одного человека и первая, вторая прививка, сегодня на 5 человек одна ампула. Вот 5 добровольцев, в том числе и я, мы пришли на полвторого в нашу участковую больницу, нам померили температуру, давление, соответственно, кислород в крови, и у всех противопоказаний не было, и мы сделали эту прививку. На сегодняшний день работники администрации, жители, которые сделали в первых рядах эту прививку, значит, готовы сделать ревакцинацию. Я со своей стороны, как глава администрации Петровского сельского поселения, как человек, который верит в вакцинацию, в ревакцинацию, призываю всех жителей станицы Петровской, Славянского района. Значит, не надо слушать кривотолки, которые ходят вокруг этого. Не надо читать интернет, который врет прямым образом о том, что вакцина не действует. Вакцина действенна, и она придает уверенности в завтрашнем дне.